Доброе утро. Всего на территории республики действует 40 пожаров, из них тушатся 6. Людей на этих пожарах работает 421 и 20 единиц техники. За сутки локализовано 3 пожара, ликвидировано 10. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики привлекались 9 воздушных судов. Работы по тушению проводятся в 3 районах. Это Мирнинский, Усть-Майский, Чурапчинский. Приближенных и угрожающих населенных пунктов пожаров нет.